Заехала машина с поклеенной пленкой, видимо, китайской, и она уже здесь 8 лет. И хотите, я расскажу вам, как можно быстро снять пленку, не повредив обогрева стекла? Да никак, это невозможно. Просто берешь и ножом ебешься, выскребываешь это все. Сколько вы уже, пацаны, по времени ебетесь? Пару часов, наверное. Какой пару часов? С 12 часов машина здесь уже сейчас. Сейчас 6. 6 часов уже, пацаны, пытаются снять эту пленку. А здесь еще и ебливая полка стоит, которая вообще не дает доступа. Так что, ребят, если вы думаете, что просто взять и снять пленку, нет, вы ошибаетесь. В некоторых случаях проще заменить стекло, чем снять с него пленку. Верно, Влад? Есть момент.